Вы смотрите видео об отеле Вандоум Опера, старое название Ньютон Опера. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Вандоум Опера, старое название Ньютон Опера, расположен в стране Франция в регионе Париж и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Эрпорт Ле Буржет Эрпорт 18,3 километра. На территории отеля имеется интернет, сейф на ресепшн, услуги The City Hotel Comprises a Total of 31 Rooms Spread Over 6 Floors. Alongside a welcoming foyer with a reception area and lift access, the hotel offers guests a cozy restaurant. Беспроводной интернет, да. В номерах есть телефон спутниковая, ТВ-кондиционер, сейф, мини-бар, Wi-Fi бесплатно, ванная комната, фен. Номерной фонд отеля состоит из количество номеров 31 номер. Типы номеров: стандартные номера на 1, 2 и 3 человек. Номера категории Superior. Номера с террасами. Описание номеров: элегантные номера оформлены в современном стиле в теплых тонах. Насыщенные цвета и яркие детали радуют глаз и настраивают на позитивные эмоции. А мягкая, удобная мебель, оригинальные светильники, живые цветы и приятные мелочи создают по-настоящему домашнюю атмосферу и дарят покой. На верхних этажах расположены номера с террасами, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, пресс для глажки брюк, ванная комната с феном. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть обслуживание в номерах, частная парковка знак доллара, свежая пресса, интернет для детей, няня знак доллара. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.